Путь в профессию начинается в смене. Участники Всероссийской инженерной смены «Школа молодого энергетика» встретились с представителями акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» в онлайн-формате. Эксперты рассказали сменовцам о том, что такое энергетический комплекс, в чем состоят его основные функции, разобрали понятие плановой нагрузки и познакомились с профессией диспетчера. Но главной темой беседы была профориентация. Сменовцы узнали о системе подготовки молодых специалистов в компании, смогли разобраться в главных принципах политики подбора персонала. Среди юных энергетиков много тех, кто уже давно решил, как будет строить свою карьеру. Но есть и те, кто еще рассматривает разные варианты. Елизавета Имзакова планирует посвятить себя IT-сфере. Но с каждым занятием в школе молодого энергетика все больше задумывается о смене профиля. Прослушав лекции от системного оператора и от других партнеров смены, я на самом деле начинаю задумываться о карьере, связанной с энергетикой. При выборе профессии стоит руководствоваться не только перспективностью специальности, но и возможностями, которые откроются после получения образования. Сменовцы узнали о различных программах стажировки и наставничества для молодых сотрудников, а также ознакомились со списком вузов, которые готовят специалистов в энергетической отрасли и активно взаимодействуют с системным оператором. Екатерина Ким рассказала, что для нее это была очень важная информация, потому что она как раз выбирает учебное заведение, в которое хочет поступать. Сейчас мы обсуждаем, нам рассказывают, как поступить на эту специальность, что для этого нужно, какие качества нам нужны. Меня заинтересовала профессия энергетика, очень заинтересовал вуз МИИ. Я очень рада, что именно смена предоставила нам такую возможность поработать с профессорами из этого университета. Было очень интересно. Новые знания, уникальный опыт, море эмоций и впечатлений – все это сменовцы заберут с собой, когда вернутся домой. Но самое интересное их ждет впереди, ведь совсем скоро каждому из них предстоит начать свой путь в профессиональной деятельности.